2024 год семьи. Часто ли Ульяна сопроводит время в кругу близких? И зачем это нужно? Давайте узнаем. Большая у вас семья? Большая. Часто вы собираетесь? Часто. Что вы в основном делаете? Что, сидим, чай пьем, разговариваем. Я считаю, обязательно нужно собираться всей семьей, поддерживать связь. Даже не только со своими близкими родственниками, которые живут в одном городе, а со всей семьей, с троюродными братьями и сестричками. Чем чаще встречаешься, тем крепче семья. Почему? Ну, понимаешь, когда совместное времяпрепровождение проходит в семье, больше контакт находится между людьми, между членами семьи, общие интересы, они постоянно обсуждаются, и как бы вообще больше взаимодействия между родителями, детьми и вообще любыми членами семьи. А вы считаете, нужно собираться всей семьей? Обязательно. А почему? Ну, человек – это его род, его корни. У нас вот очень много забытой, искаженной истории, поэтому мы живем очень бедно и нище. Я думаю, что семья – это главное. Должно стоять на первом месте. Поэтому важно не забывать своих близких. Вы считаете, надо собираться всей семьей? Ой, обязательно. Обязательно надо собираться всей семьей. Как можно чаще общаться, разговаривать, делиться впечатлениями своими. А почему? А потому что это приносит счастье и удовольствие. Считаю, что обязательно нужно. Если есть такая возможность, конечно же, нужно собираться. А зачем? Ну, для того, чтобы чтить традиции, для того, чтобы старшие родственники не чувствовали себя одиноко, для того, чтобы младшее поколение учить семейности. Ну, семья – это важно в жизни. Самые близкие люди. И когда вы собираетесь вместе, вы можете там обсуждать свои проблемы, помогать друг другу и так далее. Семья – это в первую очередь, наверное, взаимоподдержка, тепло и уют. А как вы считаете, надо собираться всей семьей? Конечно. Так. А зачем? Ну, общаться, а то одещаешь.